Развлекательные мероприятия для детей Советского района в честь Дня защиты детей продолжаются. Накануне одна из управляющих компаний Махачкалы организовала для маленьких жителей из обслуживаемых домов программу арт-терапии и развлекательное пенное шоу. Во дворе дома был установлен своего рода мольберт, на котором дети могли себя творчески проявить. Ребят ждали также угощения и танцы. Сегодня в дворе мы решили организовать арт-терапию в честь Дня защиты детей. Всех детей данного комплекса, от малого до велика, закупили кисточки, краски, сорбили им огромный холст. Помимо арт-терапии, в программу включены развлекательные шоу, и в конце всего мероприятия будет детский шоу.